всех болельщиков казанского «Акбарса» с победой. Да, это была другая победа. Трудная, боевая, волевая, нервная. Но это плей-офф, и этим все сказано. «Акбарс» выполнил задачу минимум. Выиграл две стартовые встречи первого раунда на своей площадке. И в обоих матчах победными шайбами отличился Джастин Азеведа. Отправляемся в раздевалку победителей за комментариями. Ну и в первую очередь интересуемся у канадского легионера «Акбарса», в чем же секрет успеха игрока Азеведа. Никакого секрета здесь нет. Это тяжелая игра, хоккей с шайбой. Чтобы шагнуть в следующий раунд, надо очень хорошо потрудиться, поработать всем, говорит Джастин Азеведа, намеренно уходя от комплиментов в свой адрес. «Амур» — отличная команда. Она играет до конца, даже когда 3 часа ночи на Дальнем Востоке. Обе игры были довольно жесткими, бескомпромиссными. Поэтому мы знаем, что в Хабаровске нам будет еще сложнее. Но я думаю, что мы к этому готовы. Алексей Потапов. Ожидали, что такая тяжелая игра будет? Судя по первому периоду, мы должны были их просто затоптать. У нас и в прошлой игре первый период был гораздо проще, но мы прекрасно понимаем, что это другая игра, что те моменты, которые мы сами дали сопернику, они использовали, и поэтому такая напряженная игра до последних минут была. А где у нас большинство, Алексей? Большинство наладится, я более чем уверен, наладится. Было очень много моментов, даже у меня был очень хороший момент. Ази мне дал 5 на 3, не забил. А в том моменте не было мысли отдать секцию на дальнюю? Не было, у меня голова опустилась, шторка опустилась, поэтому... Да, был хороший, сек был открыт. Мерлин, зачем ты это сказал, а? Не мучайся, все нормально. Ладно, слава богу, победили, все нормально. Всех с победой. Роман Малухов. Результативным получился дебют, победным в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Ну, сейчас какие твои эмоции? Очень рад, что выиграли. Хорошо. Хорошо играли сегодня. Спасибо ребятам, что помогли влиться в это, почувствовать игру. Главное побеждать и идти дальше. Хорошо играли, но болельщики корвалол попили прилично. Это плей-офф, как бы, тут все игры такие будут напряженные и важные. Что сейчас важнее всего? Восстановиться хорошо и подготовиться к следующей игре. Восстановительные процедуры уже на борту самолета будут? Посмотрим, я еще не знаю, завтрашний день покажет. Главное плей-офф. Надо. Самое главное оставить свои ворота. Так скажем, без голов, все ловить на себя, а остальное забьем. Есть такая уверенность? Чем больше ловим, тем меньше шансов у них забить. Поэтому все для команды. Так, отсюда победы. Если не будем пластаться, ложиться, и матч будет проигрывать. Давай не будем о грустном. Да нет, какие грустные. Просто сейчас уже заглядываешь. Будущее, как там будет тяжело, тоже у них болельщики придут, как они будут там провоцировать, но хочу сказать, не каждому через это пожелаю пройти, но никуда не денешься, придется. Доброй дороги, хороших успешных игр. Спасибо, надеюсь, а думаю, что привезем оттуда только победу.